угадайте, что у нас открылись секонд-хенды, и мы сейчас пойдем с вами в тот же самый секонд-хенд, в который мы уже с вами ходили. У меня есть вот с собой все оборудование необходимое. Я даже не знаю, примерочные, наверное, там закрыты, наверное, не работают. Ну, я пойдем посмотрим, что там есть, что вообще происходит. Я так тепло оделась сегодня. У нас на самом деле сейчас градусов 25, а утром было 15. Я вышла на работу и одела вот свитер. Ну, он такой хбшный, но все равно свитер. И сейчас мне так жарко. Я вам не могу передать. Ну, что делать? У нас такая странная погода, но все время меняется. Непонятно, что происходит. Все, пойдемте. Выходим из машины, пошли. Смотрите, какой камень. Неужели настоящий? 15 долларов. Это браслет. Ну и вся бижутерия, которая у них продается, ее нельзя возвращать. То есть все, что вы видите, если мы уже купим, то мы купим уже это окончательно и бесповоротно. Слушайте, оно такое недешевое. Все. Что ж это так дорого стоит-то? Ничего такого вроде особенного. Так, очки темные. Пинокль. Так, ну здесь что? Какие-то... Он так отсвечивает, ничего не видно. Это бусины. Что за часы? Ну, ничего интересного. Смотрите, какая красота. Очень красивая. Много брошек сегодня. Вообще похоже на новую этикетку. Бриллиант. Мужик что-то смотрел, я пришла, стала, испугался, убежал. Слушайте, мне прям нравится здесь вот этот раз. Ой, какие серьги, это прикольно. Это же пластик, да? И слоники, ну, это тоже брошечка. Мы сегодня с вами по бижутерии, наверное, пройдемся. Ну, одежку посмотрим, конечно. Ну, какие монетки, что это? Это запонки, я думаю, это серьги. Вот интересно. Вот какая красота. Это разброшка. Смотрите, мне прям понравилось. Необычные изумруды. 4 доллара. Вот эти листики красивые. Видите, какие необычные. Что-то мне припало. Ой, давайте посмотрим. Ожерелье. Готичное тоже, кстати. 5 баксов. Сердечко. Вот это, смотрите, какое интересное. Ой. Я ж, конечно, не могу мимо такой пройти. И глаз же, нет? А что мы? 10 баксов. Что-то дорого. Ну классно ведь. Слушайте, красиво. На 10 долларов, я не знаю. Но это похоже на камни. Оно такое тяжелое. Я положила в тележку. Там посмотрим. Ой, боюсь, я наше видео получится длинное. Я только на бижутерии пока застряла. 3 бакса. Смотрите, какая классная медаль. Смотрите, какая красота. Это такая брошка пин. Вот она. Какая чудесная роза. Интересно, но это не серебро, конечно. Значит, у меня очки одеть, что же я рассматриваю.
серебряную курицу. Нет, не серебро. Смотрите, какое кольцо. Красота. Цепи. Цепи с жемчугами. Жемчуга с такой. Вот прикольные. Смотрите, как цветные, разноцветные. 6 баксов. Это что-то интересное. Даже похоже на настоящую. Похоже на настоящую. Знаете, вот эти осколочки бирюзы. Смотрите, какое сердце. Класс. Видите, что такое интересное? Не знаю, не понимаю. Что-то пластиковое. Кстати, часов много, браслетов. Там даже серьги красивые с жемчугом. А вот какая штучка. Так, девчонки. Мы не идем, мы идем живыми отсюда. Липсы. Одна. Классно. Одна, жалко. Видимо, вторая потерялась. Смотрите, как прикольно. 3 бакса. Значит, купила. Положим два базовку. Нет, это брошка. Еще одна брошка. Я просто не могу отсюда уйти, жемчуга. Смотрите, какие красивые. Ай-яй-яй. Слушайте, действительно очень много красивых, интересных, необычных вещей. Брошка из бисера. Большие такие бусы синие. Так, по-моему, вот эти бусы. Вот даю настоящий малахит. Сколько он стоит? $6. На ощупь, по тяжести, по ощущениям, это камень. Может, это не малахит, но это камень. Тоже какой-то камень. Прозрачный какой-то. Смотрите, какая красота. Но есть что-то такое необычное. Я не вижу. Читаем, девочки, что написано. Не вижу. Потом дом прочитаю. Мне нравится. Вот нашла на Etsy. Это канадский бренд New Guard. А, правда, продается в наборе бусы с браслетом. И посмотрите на цену. $140 канадских. В магазине он стоил $5. Правда, я хочу сказать, что это пластик. Там написано, что это пластик, а не камень. Но, тем не менее, разница значительная в цене. Эти мне нравятся. Смотрите, какие. Как будто бы в стиле 70-х, 60-х. Вот какая брошка красивая, девочки. Ну, прелесть, очень нравится. Целенькая, ничем не поврежденная. И вот красота. Как я люблю брошки, оказывается. 6 баксов. Возможно, пройти. Дорогая, $10. Почему она такая дорогая? Смотри, хорошо. Смотрите, какой браслет. О, мой бог. 6 баксов. Дельфин, рыба. Съемки 13 минут. Мы только начали. Надо будет бить видео, наверное, на две части. А вот это что такое? А вот это, слушайте. Вот это тоже настоящий камень. Нет. На вид как будто камень. А на ощупь и на вес пластик. Да, примерочная, видите, лента есть. Примерочная закрыта. Мерить ничего нельзя.
смотри, какой камень красивый. Вот эти какие разные. Слушайте, ну это точно такие старинные. Посмотрите, какой у них застежка. Тоже 10. Ой, мальчишца. Стоит, потому что это, судя по всему, стекло. Причем не новое. Я вижу, по, видите, по металлу, что это вот что-то действительно. Ну, винтажный, это не возьмите бус. Они мне, я не знаю. Может быть, они выглядят как старомодные. Что вы думаете, девочки? Потому что вернуть нельзя будет. Все, что я сейчас куплю, все, останется со мной. Потому что они немножко такие. Давайте их повыше повешу. Мы посмотрим. Я к ним присмотрюсь. Я сейчас выключу камеру на минуточку и посмотрю хорошенечко. Ладно, далеко не убегайте. Я сейчас включаюсь назад. Сумка Coach. Очень дорогие это у нас сумки. Настоящие, потому что такая замызганная, все страшно и ужасно. Даже не знаю, сколько она стоит. Это их ниже такой кошелечек. 5 баксов. Слушайте, я знаю это название, я слышала. Рокко Барокко. Вот, кстати, нашла на eBay подобная сумка. Это, оказывается, итальянский бренд Рокко Барокко. Ну, она не совсем такая, конечно, как была в магазине, но тем не менее. Вот ее цена в канадских долларах. В магазине продавалась за 15. Что-то замшевое, сверхромное. Ну, Шанель мы, конечно, тут не купим, девочки, это же понятно, да? Ну, просто любопытно. Видите, какая интересная. Какая-то индийская. Я думаю, что это тоже. Ну, короче. Горы хлама. Горы хлама. Ладно, здесь не найдем. Ну, собственно, не ищу. Я просто так вот пяльца. По пяльце пришла. Не абсолютно уверена, что... Знаете, у нас здесь все очень умные, все очень уже хорошо понимают, что к чему. Никто не повесит за 20 баксов какую-то брендовую сумку. 3 туфли. Хм, как же их 3? Почему же их 3? А, вон одна стоит на полу. Шлюпки. Примарк. Дешевый совершенно магазин в Европе. У нас они стоят 7 долларов, они, по-моему, в Примарке стоят дешевле. Знаете что, я вижу, что здесь есть вещи одинаковые. Вот, например, вот такие сандали стоят такие же, другого размера. Какие? Полюмода. Такой каблучок. Какая красотища. 14 долларов. Смотри, что я нашла. Это настоящий мексиканский тушкан. Да-да, она еще стоит 15 долларов. Верт. Дюс какой-то, не знаю, что это. Но это такая кардиган. Фу, весь в этом мехе. И на нем вот прицеплен вот такой вот заяц. А вот, смотрите, какая. Тоже 13 долларов. А, это Armani Exchange. Armani Exchange. Странный фасон, очень маленького размера, какой-то экстра смол. Не, написано medium, но она сильно севшая. Вот красивого цвета кофта. Барбер. Посмотрите, это Барбер. Нет, конечно, за 5 долларов это не может быть Барбер. Но оно очень удачно делает вид. Смотрите капюшончик, ну прям точно Барбер. Серебряная рубашка. Вы знаете, что вот я... Это, кстати, Zara. За 8 долларов. Ну вот смешно. В Винерсе за 8 долларов Zara продается новая. Вот и цветочек. Плессировка. Виск сезона. Вот такой это у нас называется так. Не знаю, что это. 7 долларов. Вот это интересно, да? Смотрите, какая красивая. Юбка на запал. Очень красивая расцветка.
стоит $8. Пеннинсон. Ну, красивый расцветок, да? Он очень большой. Ой, какие цвета. А вот, смотрите, солнце клюш. Ой, посмотрите-ка на... Посмотрите на эту юбку. Что здесь внутри? А сверху вот такой вот еще. Очень много. $10. Что она, дизайнерская? Очень большая. Сильно нафантазировал дизайнер. И, кстати, вы знаете что? Она довольно хорошо сделана. Я имею в виду вот все вот эти вот строчки. Вот эти, слушайте, она действительно такая интересная. Посмотрите. Слои. Я хочу посмотреть, что, кто это, чье это производство. Искала автора юбки, автор не найден. Авторов стыд пока. Холтренфи. Вот слушайте, вы будете смеяться, но Холтренфи это очень дорогой бренд в Канаде. Стоит он $12. Ну, даже если это Холтренфи, я... И платье, девочки. Ой, у меня такое тоже есть, это из Зары платье. Смех. Вот здесь смех. Вот как-то что-то желтенькое желтеется. Гес, между прочим. Смотрите, гес. Что-то там какие-то цепочка, шлейка, вау, гес. А вот это Том Хилфигер, между прочим, платьице. Стоит $12. Том Хилфигер очень хороший бренд. Немного померить. Мне нравится. Вы знаете, как я люблю зеленый цвет? Что это за размер? Хилфигер двойка. Боюсь я, что я маловато будет. Маловато будет. Хотя на вид. Ну, там, ну, маловато и коротковато, мне кажется. Тут какая-нибудь Зара, наверное, судя по помятости. Зару узнаю по помятости. Милого узнаю по походке. Геп. Вышитая такая вышиванка. Зелененький сарафанчик. Что-то красивое, интересное. Давайте-ка посмотрим. $14. Ой, что-то очень китайское. Но красивое, посмотрите. Красивое платье. Очень китайская. Горошек. Миленькая платьица в горошек. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Цены такие. Вот я ходила в Минус, там новые вещи. Новые вещи за те же деньги можно купить, ей-богу. В чем поинт, я не понимаю. Что-то как-то... Да, украшения, да, необычные. Интересные. А одежда... Красота в цветочек. Размер медиум, стоит $14. Ну вот правда, $14 за ношенную тряпку. Да, это здесь вечерние. Ой, как блестит. Сейчас у меня этот фокус пропадает от этих блесток. Все вот в таких вот платьях пол. Ох, какое. И кринолины. Ужасное, уродское уродство. Девочки, у кого фигурка? У кого нет фигурки, на животик прикрыть. Зеленый бархат. Пол. Вау. Смотрите, я померила эту куртку. Я такая ужасная лохматая, не обращайте внимания, потому что я не хочу трогать свои волосы. Она вполне себе неплохо выглядит. Смотрите, какой прекрасный цвет.
Между прочим, она новая с этикеткой. Она стоила $99. Я сегодня не в самом презентабельном виде своем. Как это все неудобно, в перчатках, вот это вот фу. Мои волосы мешают, но я не хочу сильно трогать. Сейчас пойду в душ после этого. Рубашка из Зары. Серебристая, она не маловат, конечно. Я, правда, на свитере меряю, но все равно. Хотя она неплохая. В общем, довольно новая. Очень-очень быстро хочу вам показать, какая здесь... Какие прелестные вещи, посмотрите. Что это такое? Сколько это стоит, кстати? Все, вышла я из магазина. Я провела там много времени. Мне звонил муж, я не слышала. Сейчас я буду ему звонить, потому что я обнаружила, что у меня пропущен телефонный звонок. Он уже, наверное, удивился, где я и что, и куда я пропала. Я купила 2 мешка. Кое-что вы видели, кое-что я пыталась померить, и вы видели. Ну, в общем... Проблема в том, что примерять нельзя, примерочные закрыты, но вещи можно вернуть. Поэтому я как бы не особенно парилась, но я померю дома и верну все, что мне не подойдет. Самые интересные вещи я нашла без вас, потому что когда я уже закрыла телефон, положила его в сумку и стала, продолжала там смотреть, ковыряться, уже собираюсь уходить, потому что вот я с вами снимала, и как бы я ничего не нашла там толком, но вот дело в том, что когда... фокусируешься на съемке, вернее, и съемка у меня не очень хорошо получилась, и вещей я ничего не нашла, ну, в общем, короче, когда пытаешься снять, пытаешься что-то искать, это как-то не очень работает. Когда я уже решила, что ладно, я пойду домой, я положила телефон в сумку, и, проходя мимо каких-то рядов, я нашла, стала искать вещи, которые, вернее, увидела вещи, которые я не видела, когда я снимала. Ну, в общем, это будет наше следующее видео. Я вам покажу то, что я нашла. Я это померю дома, потому что, может быть, часть вещей мне не подойдет. И, в общем, ну, посмотрим. Так что далеко не уходите. В нашем следующем видео будут примерки. И я вам буду показывать то, что я купила. Надеюсь, что вам было интересно и понравилось. Я хочу вам сказать, что они только сегодня открылись первый день. Я совершенно случайно поехала так на удачу, и оказалось, что они сегодня открылись первый день. Поэтому все в таком порядке, и вещи такие чистые лежат, и такие красивые. Ой, боже мой, мне так жарко, девочки, вы не представляете, на улице, наверное, 26 градусов. Я в свитере, ну... В общем, так, хорошо. В следующем видео будут примерки, и я буду показывать, что я купила. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, в общем, все как всегда. Вы знаете, что делать. Всего доброго. Пока-пока. Целую. Люблю. Бай-бай.